Вы кто такие? Я вас не звал. Идите на... Я въезжаю в стройку. Я въезжаю в стройку. В какую ты стройку въезжаешь? А вот в такую. Бакуха. Межган. Я попёр. Есть пробитие. Еще одна восьмерка. Родильное отделение номер 24. Молодой отец ждет рождения своего ребенка. Да почему же так долго? Поздравляю, вы стали отцом. Можете навестить своих родных. Спасибо, док. Дорогая, где же наш малыш? Надеюсь, он похож на меня. Вот это поворот! Отдай сало! Кому кажу сало отдай? Нет. У меня там кусочек лишився! Отдай сало, блядь! Там 2 рублі лежало! Отдай! Отдай сало! Отдай сало! Друзья, если вам нравится рубрика мемов, то напишите об этом в комментариях. Если будет много отзывов, то я сделаю новый выпуск. Ах да, надеюсь, ты подписан с колокольчиком на канал, ведь если нет, то этот Хаги-Баги придет за тобой. Ну а мы продолжаем. Батя, нормально? Нормально все? А? Нормально, говорю, все. Рыбачишь? Давай, рыбач. Клюет хоть? Ага. У мае ва му синде иру. НАНИ? Сегодня собирались с друзьями в баню, и один из наших друзей заявил, что с нами не пойдет, потому что хочет провести вечер с любимой, сделать ужин, подарить цветы, там, свечи. Ну, пришлось принимать меры. Вы психушку, вы что, угораете, что ли? Пошли, давай. Как? Надо меня сюда брать! Это вы кого вызвали? Вы что, угораете, что ли? Какую дурку? Я до сих пор не верю, что кастинг был и... Что? Камера? А я думал, сова. Сова? Повар, спрашивай повара. Повар, какова твоя профессия? Ты милиционер? Нет, отвечает повар. Моя главная профессия – повар. Ха! А твоя? Ха! Ha ha ha!
повар. Нет! Я повар. Сначала бегай там, крутись, то стекло не попади. И все сгорело. Примерно во сколько это все произошло? Минут 10-15, минут 5-10-5, 4-5-10-5 утра. То есть получается стук вот этот весь шум разбудил вас, да? Да. А вот вы общались с семьей вот с этой? Ну, кто здесь жил? Ну как? Вот она рыба моей мечты, вот она! Ясь! Ребята, ясь здоровенный ясь! Ясь! Эхо гуляет по Яхринскому озеру. Мама! Калинасатес! И все, вернется на круги своя. Своевременно. А лет через 5-6 вы уверены, что выйдете? Конечно. То есть за хорошее поведение вас условно-досрочно освободят? Ну, я положительный человек и порядочный. Почему меня держать в тюрьме? Головной убор — это какой-то знак? Ну, какого знака? Какого знака? Приехали с улицы, с мороза. И тут в тепло. Надо голову беречь. Еще 19 лет. В тайгу поедем. Все ясно. С чувством юмора у вас тоже неплохо. Да, конечно, неплохо. Не унывай. Чего унывать-то сейчас, конечно. А молодой человек, вот вы не переживаете, что у вас головка просто нет? Да нет, у меня шапка есть. Получил вообще ни за что. Я сижу вообще ни за что. Сейчас эти 8 лет мне придется гнить в этой тюрьме поганой. Всем привет, не забывайте, пишите. Я скоро вернусь. Все. Шоколад ни в чем не виноват, пацаны. Натуре. Ну, Натуре, пацан, к успеху шел. Не получилось, не фартануло. Когда посмотрел всю эволюцию цыплят. Пока был разлучен с нами. Отец, мы очень скучали, вспомни же нас. Ваня, Илья. Получается, он возвращается. Ваня, Илья, как же я мечтал об этом моменте. Папа, ты снова с нами. Дебил, что ли? Ты чё, тебе плохо сказали, что ли? Она тебя сожрёт! Куда ты полез? Дебил в натуре! Палкой её бей! Да как ей палкой? Глаз целься! Дебил он в натуре! Всё, хана Серёженьке! Чё мы теперь Галке скажем? Шизик. Пойдем, все, пошли, пойдем. Пойдем. Давай, переходи. Давай, перелази, пойдем. Пойдем на ту сторону, пошли. Пошли. Пойдем. Давай. Давай, иди, я за тобой. Смотри, не упади только. Это будет фиаско. Это фиаско, братан. Я так и знал, что ты только так можешь поступить. Короче, Колян, хотел видео тебе снять, как он умеет, но получилось просто эпически. Но он не унывает. Сейчас пару кружков сделает, будет сухим. В общем, должны работать трезвые водители. Ну, у нас таких нету, у нас все нормальные ребята.
Чё за фигня, ребята? Нет! Нет! Хайди-вайди! Нет, 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 брат! Он сгорел! Почернел! Наталья, морская пехота! Я сейчас сяду за руль! А ты вылетишь отсюда! У меня джип в Москве! Но я тебя сейчас сделаю здесь! Простите, а у вас не будет 1 рубля на дорогу? У вас же джип в Москве. Ну, так он в Москве, а я вроде как в другом культурном городе. Да ладно, посиди, дружок. До поры до времени. Давай, давай. Серьезно, на первый канал. Я сказала, стартуем. Что делаем? Стартуем. Серьезно. Вдох, выдох, упал, отжался. Если я начну стрелять, я тебя стреляю, потому что у тебя ниже пояса. Надеюсь, ты помнишь, что у тебя там? Ну что, дружок, мне номерочек твой списать? Да-да-да. Отлично. Кстати, ты уволен. Да-да-да. Что? Стартуй! Роза, вращайте брата. А можно это существо? Иди сюда. Мой юный друг, вставайте. Бачки, как вы красиво одеты. Как вас зовут? Максим. Отчество? Отчество. Алексеевич. 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 То есть вы Максим Алексеевич, да? Ну и с чем вы к нам приехали на поле чудес? Стишок расскажу. Вышел заяц на крыльцо, почесать свое яйцо. Сунул лапу, нет яйца, так и шлепнулся с крыльца. Быстро! Леха, машинку пришли, а? Сюда. Доставить. Нет, чего тебе надо? Свали отсюда! Дуньте, 19-5-18. Нет, свали отсюда! Да-да-да. Что тебе надо у меня дома? Ну, видеть я хочу. А ты меня не видишь, что ли? Ну, так ты не открываешь, ни хрена. А зачем мне тебя видеть? Что, мне тебя нужно видеть. А зачем тебе я мне тебя видеть? Мне тебя видеть. Что ты мне дверь выпилил? Ты что, беспределом, что ли, занимаешься? Нет? Дверь мне запилил? А бывает... Что тебе надо у меня дома? Нужно, значит. Что значит нужно? Потому что тебе нужно у меня дома? Что нужно? Что тебе нужно у меня дома? Что тебе нужно у меня дома? Зачем мне нужен, я знаю. Зачем я тебе нужен? Ты не приходишь. Зачем я к тебе должен как приходить? Я на учете состоишь. Какому учете? Ты что, дурак, что ли, мир? У вас была какая-то тактика с самого начала, вы ее придерживались? С самого начала у меня была какая-то тактика, и я ее придерживался. Внимание! В вирусном блоке произошла утечка вируса. Просьба найти безопасное место до прибытия помощи. Друзья, накидайте лайков под этим видео, если вам было смешно. И не забудьте подписаться на канал, тогда я буду выпускать еще подобные видео. Вы были на канале Кореш 24К, смотрите другие видео и всем пока-пока!